Всем привет подписчикам, зрителям. Сегодня 10 декабря 2022 года. Вчера, значит, забивали петухов. Вот хочу показать результат, что получилось. Какой вес, как чего. Ну, вот тушки такие вот примерно. Здесь пакет вот по одному. Здесь вот по два лежат. Ну, распечатывать не буду показывать. Так вот сейчас наглядно покажу. Вот весы. Это петушки молодые. Вот кило 800. Это уже чистый вес. Вот такой нормальный вообще петушочек. Вот это вот поменьше лежат. Здесь, наверное, сколько? 1,5 килограмма. Ну, все взвешивать не буду. Вот здесь вот два лежат. Сейчас вот просто ради интереса взвешу два. Ну, это такие прям хорошие. Вот 3,5. Суповые. На супчик самое то. 8 штучек. Меньше 1,5 килограмма нету. Ну, почти до 2 доросли. Ну, еще покормил, может, месяцок. Может быть, и 2,5 были. Вот, так что такие вот делишки. Все, всем пока.